Знаете, я вот говорил, сейчас говорю, я очень благодарен Геннадию Андреевичу Зюганову за его сердце, за то, что он так переживает происходящее вокруг, особенно моего Донбасса, моей Родины, и постоянно оказывает внимание детям Донбасса, которые находятся под разрывами снаряда. Я, ну, генетика такая у Геннадия Андреевича. Я сейчас даже не говорю о каких-то политических взглядах. Я не говорю о том, что Геннадий Андреевич является генеральным секретарем КПРФ. Я просто хочу исполнить песню, которую не знает Геннадий Андреевич. И посвятить вам, Геннадий Андреевич. Мне много правда. Нам из древней латыни сегодняшним ветром донесло слово чуточку грустно ретро. Означает оно направление моды и касается нас, мы из прошлого рода. За спиной нашей жизни легли километры. Как нам дорого все, что считается ретро, и знакомит нас с этой модой не надо. Мы из предней Москвы, из каретного ряда. Где к ночной тишине привыкали солдаты, где махала нам синим платочком шиженка, где носили красавицы длинные косы. Свысока смотрит юность на шляпы из фетра, на портфели, калоши и прочие ретро. Только все изменяется в жизни с годами. Мы как будто вчера были юными сами. Мы оттуда, где мчались по улицам ретро, где стоял грустный Пушкин в начале бульвара, где сидел мудрый Гоголь напротив Арбата, где стоял грустный Пушкин в начале бульвара, где сидел мудрый Гоголь напротив Арбата.